красиво, эстетично. Семья художников Пискуновых. Вячеслав, Игорь и Лариса. Вся эта троица в свое время закончила художественно-графическое отделение Благовещенского педагогического училища. Сейчас Игорь и Лариса работают в Елизовской художественной школе имени Михаила Лузина. И все трое сейчас выставляются на третьем этаже Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашенинникова в культурном центре. Не буду долго рассказывать об их работах. Давайте просто под музыку посмотрим эти самые живописные и графические листы. Thank you.
мои посмотрели некоторые работы семьи Пискуновых, Вячеслава, Игоря и Ларисы. Я считаю, что половину можно оставить, половину как бы пустить в расход. Еще раз напомню, что их выставка действует в культурном центре Краевой научной библиотеки имени Крашенинникова на третьем этаже. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится смотреть на работы мастеров пера, кисти и резца, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации. По подсказке. В правом нижнем углу кадра, для того, чтобы не пропускать новые видео на канале. До свидания.